Жители Покачей накопили долгов на 86 миллионов, и это меньше, чем за полгода. Статистику составили судебные приставы. Специалисты возбудили свыше 2500 уголовных производств. В антирейтинге лидируют должники по кредитам. Жители муниципалитета не заплатили банкам 42 миллиона рублей. На втором месте обязательства по алиментам. Родители задолжали своим детям 15 миллионов. Коммунальные службы недополучили 11 миллионов рублей. Отмечу, что для удобства горожан в отделении судебных приставов установлен терминал, по которому можно произвести оплату. А проверить текущие задолженности поможет мобильное приложение «Банк данных». Призываем граждан своевременно оплачивать свои долги, так как, чтобы не предпринимались такие меры, чтобы не выносились постановления о временном ограничении за пределы Российской Федерации, чтобы оплатили вовремя, выезжайте спокойно, оплачивайте своевременно свои кредиты, чтобы для дальнейшего, для приобретения жилья, чтобы вы получили ипотеку, чтобы ваши долги нигде не высвечивались. Для этого надо обратиться в отделение судебных приставов по городу Покачи и своевременно оплачивать свои долги.